А почему они фиолетовые? Герой Дюк делает сильную атаку, но его стратегия не всегда понятна. Герой Гуш имеет мало хп, но может убивать летающих юнитов. Герой Куш может быть использован в комбинации с другими героями для усиления атаки. У героя Куша были проблемы с деньгами на целом. Блять, в следующий раз на длине стоит попробовать использовать Куша. Герой Гуш был неудачным. Блять, почему он ни разу его не назвал Викитусом? Он просто назвал его героем Куша. Это, блядь, реально, это то, что сделал Сюрмич, по сути. Он тупо заменил Гуша на каким-то другим. А что там? А, блядь, он башню дал, 13-этажную, блядь. Черт, они заменили всех гушей на не гуши, не разгушающихся. То есть гуш теперь вообще некорректно говорить. Гуш это то, что хотя бы может в трех гушей превратить. О, Мишаня смог подключить, нихуя себе, блядь. А, понятно. Если на 3 этажа поднимаешься, то тебе пизда. А если на 13 этаж поднимаешься, то что? На лифте. Если подняться на 3 этажа, то тебе. На 13-й говорю. Короче, чел, походи по этажу, который предверхний. Почитай книжки, ты нихуя не поймешь. Но, возможно, ты... Короче... А, кстати, Ярослав, когда я тебе позвонил, почему ты не ответил? Или ответил, но не ты? Я не знаю. Я тебе позвонил, чтобы ты нам то ли аккаунт от танков дал, то ли еще что-то такую хуйню, и ты вместо этого там кто-то нет, другой ответил. Там аккаунт Цивы был, по-моему, и нет. У Ярослава есть Цива? Да. Ну ладно, ну вот, короче, после того разговора я понял, что доступной цели нету. Какой-то гадкий, я помню, что у меня, блин, под городом было два пидораса. Ну стрим и подписчики. Ответ или мясо? Ответ – подписчик. Два, Ярослав и Журба. Опять игрок теряет верхний барак с большой буквы барак, но продолжает сражаться. Кто у нас, кстати, верхний барак потерял? Игрок готовится к финалу, но не уверен, что подготовка поможет ему выиграть. Как жизненно. О, я с одних, блин, жмыхов на твиттер. О, Гошан, где им выиграли? Надеюсь, что им заменили Ксерокс-то или нет? Сейчас как выиграю, блядь. Как хочется выиграть. Белорки. Там опять весь коп напротив? Нет. И рядом с пандой, и рядом с позорзом. Понял. Поганый Макс не будет высирать в меня Эрли Барак. Поганый Макс будет высирать Эрли Барак в меня. Я не понимаю, что вы называете Эрли Бараком, если я ставлю Барак часто сначала в компа. Вот, Витёк, давай я сначала в компа поставлю, а ты не в меня. Ну хорошо, я собственно центр поставлю Барак. Ок. Мне вот интересно, что такое эффект Strong Creeps Only. Какие крипсов они считают strong? А ты прочитай, что там в описании написано. Ничего. Я просто иногда не... Что, ну там что-то написано в описании. Там написано эффект Strong Creeps Only. Ну может это... Значит, прочитал, может это Tier 4? Я нашел кольцо, которое дает магию и религию плюс один. Ну это хорошее кольцо в диалогах. В целом... Оно даже не сколько в диалогах, оно при пассивных проверках достаточно сильно помогает. А еще? А, да. Нахуй это качает? Тут песка не было, тут много чего можно залутать. Ну я тут мог быть, при этом смешно. Потому что да. Еще много чего можно залутать.
Я Макс реально не накрыл и поставил барак не на ведька. Миру. Подожди, стоп, я нашел какую-то кнопку и нажал на нее. Ничего себе! А, после... Я правильно понимаю, что после этого человечка, который был привязан к мельнице, очень сильно раскрутился и умер? Ну, головоломку на это, а я нашел уже. Я нашел две уже, с кнопкой и с подвалом. Ну, тут еще диск гитянки есть. Который ты пока не нашел, но там тоже есть. Да, это была единственная гитянка в мире. Поэтому, блядь, действительно диск именно ее. Что, вы друг на друга захуярили, брат? Да, похоже на то. Ой, нашел диск, да. Ты нет, ты не веришь, что это диск. Ну вот его можно расшифровать. Это не очень сложно, но головоломка. С кнопкой тоже головоломка. Но она тяжелая и на самом деле бесполезная. А вот это, кажется... Это меня. Да, уже не я в компа. Вижу. Я в компа сейчас построюсь. Ну, ну в определенном смысле слов это реально в крысу. Но у меня выбора не было. А подожди, я нашел, да, реально диск. Диск, на котором написано какой-то шифр. Ну да, похоже на то. Ну вы чё, сейчас от того же маховика купит, ну блин. Да я не чел. Возможно, мы зря её ёбнули, я не знаю. Ну, если бы мы её не ёбнули, она бы могла расшифровать, это правда. Но сейчас тебе придётся самому расшифровать, а можно сделать и без неё. Так, погоди, а в каком мире Ярослав играет вообще? Витёк, в каком мире, Ярослав, в каком мире Ярослав играет? В том, котором... в этом мире, который он сам себе создал. Да нет, не надо мне скайримовые отсылки делать, я не про это, а про то, типа, в том, где я, или не в том, где я. Как он может играть в том мире, где ты? Ну, блин, добавили играет... его туда. Видно, он играет в том мире, который он умеет хостить, блядь. Ну, может, вы ему сохранение скинули? Нехуй. Облутанный пройденный мир. Давай Ярославу. На повторное прохождение. На изучение, так сказать. Ознакомление называется. Ознакомление. Добро пожаловать в Baldur's Gate, говорится. Welcome. Исследование завершено. Не все знают, но надо играть как бы не одновременно в Baldur's Gate, а по очереди. Один поиграл полчаса, потом другой зашел, да, да, да. Чтобы у тебя был рваный сюжет, и потом можно было еще раз перепройти. А что, ну, был рваный так сюжет, и значит указ, потом рваная жопа указ, будет. Который мы попробовали вчетвером начать, примерно так и играли. Мы начали вчетвером, потом Мишаня быстро отвалился. Потом отвалился Никитос, и мы в бескошном ее вдвоем в какой-то момент доигрывали просто. Никак ты играли? Потом Никитос вернулся. Никитос вернулся, да, это правда. А мы там до третьего акта дошли на самом деле. Да, это пока самое дальнее мое прохождение, кстати. Ну как раз в третьем акте, мне кажется, прикольно ходить в несколько игр, потому что там очень много контента, и вот в соло его прям тяжело, короче, объять. Ну, можно, конечно. Ну там, понимаешь, там сюжет такой, типа просто путешествуешь по большому городу. Не, на самом деле, мне кажется, это прикольно, я бы попутешествовал. Нет, это прикольно, но там просто очень тяжело. То есть у тебя там куча квестов, типа, а-ля, дойди до этого дома, блядь, из этого дома поговори с кем-то чуваком. То есть там... У нас с нежитью разминулись на меду волны, и в итоге они пришли ко мне под барах, а я к ним. Одновременно. Смешание обменялись, обмен классами сделали. А, это Макс же, не помню. Да, в общем. Да. Я пришел к Максу в гости, Макс ко мне. Ну, я первым бараком, а Макс вторым, но это уже на совести Макса. Начинается.
Еще на совесть мою наезжать. Взываем совесть, Тима. Ах ты ж Мишаня Крысыч, Мишаня взял антимехов, если что. Ах ты ж пиздюк. Ну если что, это только тебе релевантно. Пиздюк. Пиздючина. Ой, а у меня же там есть в баженках плюс 5, плюс 5? Такой хуйни нет? В чем? Плавал. Да я хотел деньги пролять с мехов, но у меня нету. Да, у тебя убрали, подожди, или никогда не было? Мне казалось, что было раньше было, нет? Ну что, обычно? У филоргов очень давно было, нет. Но начиная с 4 версии не было. Нет, у филоргов, короче, у обычных орков есть, да. Мне казалось, просто, что и у филоргов есть, но, видимо, нет. Нет, нихуя нету. Как-то у Витька Steam Tank антроперформит против меня. Ну, у тебя, конечно, твои челы нормально его пробивают. Они, по идее, по 100 хп крита вот это выносят. То, что они делают с ним. Блядь, ну то, что нежить, конечно, на такой ранней стадии бить, это, блядь, приятно. Ну, чел, ты дворф. Дворф в лайте очень сильный. Правда. Не спорю. Нет таких претензий к Дворфу. Ну то, что ты взял, конечно, антиметров, но это так. Немножечко, как говорится, в крысу. Я не могу от барака, блять, отойти от своего. Юнит прокачивает более-менее. Витёк, я честно, чисто ради нейтралок. Мне вообще пофиг, где там что стоит. Под бараком, не под бараком. Чисто. Если бы ты нейтралки мои не собирал. Меха, да. Классический антимех ради нейтралок. Ну так ты себе не взял, то одна нейтралка бы твоя была. А так обе мои. Нет. Ну если я не апал, на тебя барак до последнего. Не понимаешь. Библиотека. Ну обычно там нихуя почему-то нет, а тут аж три книги. Опять «Войну и мир» читать. От Мишани. Смешно. Опять читать, блин, диссертацию от Мишани. Опять читать. Блин, а были времена, когда Мишаня хотя бы фуры с говном слал, и то было информация. Я могу, кстати, свой диплом магистерский скинуть куда-нибудь, потому что там... Там, конечно, не «Война и мир», но почитать можно. Там просто полотно текста, прям как в моих конспектах. Кто там кого радует, блядь, без санкций? А, бомб герой на меня выстрел. Ну, рад видеть, блядь. Запускаем ёбаные качели. О, у меня еще остался ассасин, кстати. Ну вот они оркам тоже обычно не убрали ассасина. То есть они кому-то убрали, кому-то не убрали. Но там произошло какая-то деассасинация. Куба хуя столько макса на центре. Да это пиздец, блядь. У меня просто уже юнитов нет возможности покупать в бараке. Не пришлось сделать третий, да? Да, естественно, сразу же обратно в меня сделал третий. На самом деле, я сделал третий сейчас... до того, как ты взял третий, по-моему, даже. Мы сейчас стоим с тобой на линии, на которой ты, блядь, не хилишься. И ты все равно меня перепушиваешь. Ну, скажем так, похоже, что реально проблемы с балансом присутствуют в игре. А мне пизда. Там немного. Книжки могут повторяться, блядь? Нет.
Я не понимаю, то есть Мишани юниты просто не хилятся. То есть они, по идее, должны быть не сильные, блядь, на этой зоне. И ты инфернал, конечно, что. Но у меня они нет. Сильнее прокачаны, по-моему, чем у тебя. Это не инфернал. Да он же сдохнет, по идее, нет? Не знаю, от кого он сдохнет. А барак. Нет, Гошан, сори. Ну, может, шапку тебя не расстроить. Мне и так сжег уже, блядь, своими арбалетчиками часть барака. Окей. Ну, просто, сори, мне тут Макс с центра пришел. Да я понимаю, да нет, с Максом что-то прям очень тяжело. Ну, то есть он меня просто вот душит стабильно, блядь, вообще максимально. 20 — это пиздец. Как переключиться на другого персонажа? Ну, просто меня душит, типа, я не знаю. Накопил, блин, огромную волну. Бега, Валерчик, интеллект какой-то есть. А можно в другой канал перейти? Я тебе шам пишет сверху, пиздец. Че ж так душно-то, блядь? Твои инферналы меня заебали, Гачан, если что. Ага, нихуя. Они вообще не собираются умирать. Да, реально не собираются. А, у тебя еще мейн не апнут был. Ну это не сильно важно. Но они вообще не умирают, блядь. Ну один умер. Пиздец, я не понимаю, у меня просто... Ну я пока не апал барак в ту сторону. Я понимаю. Ты видишь, что у меня от барака осталось одного, блядь, твоего инфернала. Он сейчас не заебанный Макс, блядь, такой же. Он еще и ульту переживает. Пиздец, блядь. Инфернал ебучий. Что-то не знаю, дворфы меня пока разочаровывают максимально. Так, третий мейн могу апнуть сходу. Третий мейн. Не гуша, блядь, на центр высрать. Я, кстати, не могу. Еще до после вашего пришествия говна внезапно деньги появились. Но я их все просру, разумеется. Кстати, прошу обратить внимание, что нихуя не лагает. Ну, кстати, у меня тоже не лагает. Просто спасибо, я загрузил и все. Видно было проблема в том, что мешание компас тогда не перегрузил. Да, похоже, инферналы вообще не умирают. Не, инфернал на центре все еще вот напихивает в жопу Ану Бараку. Ну, возможно. Ладно, Ану Барак справляет с тем, чтобы не получать в жопу. Они реально дворфы, что ли, откосили каким-то заводским настройкам? Нет, дворфы такие слабые. Как бы я готов, конечно, держать меня ебёт, потому что Мишаня взял, допустим, антимеф. Но почему-то ты меня сверху. Ты юниты, конечно, хорошо прокачаны. Юниты у меня очень хорошо прокачаны. Просто мне реально героя сейчас придёт отправлять, иначе пора потеряет. Грамотная стратегия и прокачка героев. Забавно, как Ану Барак с Громом Задирой игнорируют друг друга. Это они умом. Передумали, блядь. Накаркал. Ану Барак умом жмыкнулся туза крутящемуся Грому. Он, по-моему, с той стороны тоже крутится. Да, он совсем... Ну чё, Ану Барак просто отлетает? Ну, блин, как-то Ану Барак очень странно стоит, во-первых. Ну, он-то Ану Барак. Во-вторых, я не понимаю, у меня просто на центре же третий барак, а у тебя второй. Почему Ану Барак не чувствует поддержку? Герой скинуть стола, и это файтер всё-таки. Задира а файтер. У тебя герой не 11-го. Но он ассасин вроде. Нет, он тоже файтер. Ану Барак? Ну, они в файтер танк написано или что-то такое. Значит, по нерфере тоже. Да, он не настоящий ассасин. Хотя он хуёвый танк, честно говоря.
Ну и замечательно. Как танк, он полная хуйня. При нужно что еще не умер. Он денется, или что? Ну, хуй его знает. Все зяблики рано или поздно сядут, как говорится. Просто хп грома задиры тоже не бесконечное. Это жадные, конечно, мечтания. Я не понимаю, зачем ты настолько жадничаешь. Почему ты не призвал ее из-за этого барака? Зачем ты призвал из-за того? Мне она в том не пригодится. Там что-то не так редиректится? Не знаю. У меня все по делу. Зачем ты герой из Центрального призвал барак? Так, я совершил героический поступок во имя мира. Ну, конечно, меня будешь. Я, конечно, юниты восстановились, я попробую без героя, но, блядь, у тебя пушащий барак второй, а у меня 1500 хп. По ним. Как бы да, может быть тяжеловато, ну посмотрим. Юнит еще сильнее, чем меня прокачан. Ну, по какой-то причине очень много денег. Ну, ты в центре, скорее всего, дохуя фармишь смешание. Возможно. Я на центр вообще нихуя не получаю сейчас. Нормально там мой танк, ты А чем Сильвана занимается? Отлетает? А, кстати, она не отлетает еще. Но сейчас отлетит, она правда? Ну, вот я попробовал чисто юнитами откупиться. Сейчас посмотрим, может получится. А Джубейт... Это пиздец, как опасно выглядит, Гошан. Я не знаю. Ладно, давай вот так сделаем. Я не настаиваю ни на каком решении. Ну, я не хочу героев туда-сюда отправлять. Тудым-сюдым. Я считаю, что это правильная хуйня. Ну, что-то да, что-то я прям с обоих сторон страдаю от вас. Вообще-то с обеих. Ухуй. Просто.
много тебя приходит каждый раз? Хороший вопрос. На центре висит на панды. Да. Ой-ой-ой, на башню шляпу. Переправил. Я ничего не делал. Блин, как же комп со всех. Ну ладно, это моя вечная боль. Не буду повторяться. Опять мои юниты в обход Макса идут. Я Максу скушал центральную башню. Так, давайте так. Тут что-то дохуя квестов. Вот диск Гертьянг я вроде прочитал. Ну хорошо. Но это нихуя не открывает дверь, не до сорфинг каким-то поговорить. Нет, да, доступ к подвалу никакого не имеет отношения. Вот, вот эти кропотливые искусства шифров Тирсу. Оно мне больше не нужно, получается? Я не услышал, что ты сказал, скорее всего, не нужно. Кропотливое свойство Шихцувирцу. Пересказ от Макса. Формально оно тебя... Тебе должно намекать, где находится кузница, это адамантия, но ты ее и так уже нашел без этого. То есть эта штука нужна для того, чтобы указать тебе на адамантию. Нет. Вот эта хуйня про Шихцу Ицу, как ты сказал. Чичен Ицу. Да. А кто может его прочитать, шифр этот Дису? Ну там надо просто распознать, что там какая-то магия на самом деле спрятана. Это мне еще и панды по центру проходят. Ёб вашу мать. У меня третий барак в центре. Да, да, у меня два героя панд под базой. Нифига себе. У меня вообще не редиректится твой бран. Я 20 раз тыкнул на него из башни. Точно именно 20 или меньше на самом деле? Я думаю, 17.4. В итоге они пошли пиздить другую башню. Исследование завершено. А, тут три героя панды у меня под базой, я понял, блядь. Я все прекрасно понял. Ну сейчас у Витька будет просто море денег. Ну, с деньгами у меня проблем сейчас действительно не будет. У меня проблема с маной небольшая начинает. И Гуш уже куда-то идет. Это Ксерокс, видимо, на компа, да? Ну это не в тебя, да. А, ёбаный Макс. Почему он засмайзил? Ты в дефу типа отправлял? Нет, я просто отправил его покачаться на центр. Ну что, они жадные, конечно. Правда. Блять, сука, когда потратил ману, жадный. Когда не потратил, тоже жадный. Съебали. Жадный, Мишань. Это твоя характеристика. Рассказывать с этой историей, я вам не рассказывал.
Молодец, говорю. Нет, то, что ты нажал на кнопку, где ты нажал, подвал не открывается. Но она что-то делает же, да? Ну, это такая головоломка. Какой же ты, блядь, ебучий, я не понимаю. Чего? Ну, можно и так сказать. Витёк не смотрел Рика и Морти. Нет, Витёк смотрел Рика и Морти. Но... Нет, Витёк не смотрел Рика и Морти. Хорошо, Витёк не смотрел Рика и Морти. Ты прав. Ну ты прям как ChatGPT. Ты прав, иди нахуй. Нет, вот ChatGPT так точно не, такую хуйню не скажет. Ну что, в кого Пандус отправит своего черепаховый суп? Я надеюсь, в тебя, и у тебя не будет смайта. Потому что ты, сука, не дал моему гушу покачаться на центр. Да он бы на меня прошел мгновенно. Ты видел, как да. от панды прошли герои на новичка? От тебя да, также на меня бы прошли. Просто жадный жмых. Маг жадный жмых. Да, я все прочитал хоть. Домашнее чтение я прошел. Jorp is the next. Я чувствую, что у меня очень мало денег. Ну, пиздец, маться почти столько же, ёбаный мат. Я получил задание узнать о принце Орфее. Маг действительно какого-то такой очень богатый. То есть есть версия, что он мне поможет как-то, или это вообще другое что живет? Нет, это никак не связано с попаданием тебя в подвал. Прикиньте, Ярослав в итоге пройдет Baldur's Gate, но так и не смог попасть в подвал. Ну такое вполне возможно, Ярослав, потому что пошел куда-то вообще, блядь, чуть ли не во второй акт, для того, чтобы сделать, что он должен был сделать, блядь. Вот, наконец-то Ксерокс не в меня. Вообще, Миша, хочешь я тебе расскажу одну вещь? Я пройду Baldur's Gate и так не ой, нихуя тебя. На эту, знаешь, у меня, видимо, тоже на тебя низкая громкость, потому что Гоша тебя перебил одним восклицанием. Короче, я пройду весь Baldur's Gate и так не научусь играть на лютне, и с Офелией ни разу не поговорю. Что такое лютня? А, инструмент. Ну, инструмент. Типа гитары, только лютня. По-моему, вообще похер. Типа там не написано... Ну, Ярослав очень сожалеет об этом. Это главная трагедия в жизни Ярослава. Потому что Витя просто взял и ёбнул эту Офелию. Или как её звали? Альфиру. Альфиру, да, спасибо. И не важно, вы Астериона Валерчиком называете, я тоже буду как бы, ну... Офелия. Ты её называешь Офелией не потому, что ты её называешь Офелией из принципа, потому что не знаешь, как её зовут. Я называю Астериона Валерчиком, потому что я знаю, что его зовут Астерион, но я называю его Валерчиком из принципа. Ты, его, ты все я что угодно называешь мыхом, потому что у тебя из головы вылетает, как это назвать. Право-лево перепуталось. Право-лево перепуталось, и поэтому можно просто сказать жмы. Макс или Миша со мной говорит. Ну это правда, да. Пластический выйдет из головы. На Ксерок с инферналами идут как Бася и два пиздюка таких. Ксерокс что своих умеет же инферналов вызывать. Возможно. Мне кажется, даже не Ксерокс, а кто-то попроще. Нет, ну, возможно, кто-то еще тоже умеет. Ксерокс умеет вызывать инферналов. Жесть, у Витька все еще третий, ой, второй мейн. Это позор. Пиздец, у меня вообще нет денег, чувак. У тебя денег, блядь, как у компа, ты не видел? Я подготовился, да видел я, но это, по-моему, фейк. Фейк? Вообще ни разу не фейк. Ну, кстати, фактически я не чувствую, что у меня прям уж много денег. К тому же у меня две башенки отсутствуют, потому что мне их спушили. Мне их спушили, потому что я не смог их задефать. Звучит весьма логично, между прочим.
если я нежить в базе, вообще невозможно дефать. У меня стоит герой там, мы что-то все равно ее хуярит. Так, блядь, еще гаштан сверху, да ёб твою налево! Хватит! Блин, это второй барак с одним остатком. Да я... Это третий барак, но... Нет, мой барак второй. А твой второй? Да, это второй барак. Мне стыдно, что мне пришлось на эту героя, блядь, отправлять. А у тебя третий, да. У меня третий. Я, ну, собственно, инферналов я отправил ровно потому, что, типа, ко мне в момент, когда меня пушил комп, пришел ты. Это как раз таки с третьим бараком, прям к моему бараку, я обосрался и хуйнул ульту. История была. Пиздец, я не знаю, у меня прям... Неужели это из-за того, что на центр забил хуй? Вот это очень интересно. Почему я так, типа, у нас вроде равное количество денег, но при этом я ощущаю, что у меня деньги есть. Я вообще ничего не ощущаю про себя. У вас реально поровну денег просто. То есть реально, блядь, приход Мишаня ко мне снизу, это типа минус барак. Ну там минус 5000 хп барака. Ну это, конечно, ловушка нежити. Ну то есть я, скорее всего, не выдержу следующее прибытие, блядь, креста народу. Вообще-то Христос явился, а не прибыл. Ну хорошо, явление не вы. Мишанина, ну барак. Ну вот смотри, ты мне сейчас барак спушишь. Норм? Культу можешь потратить в любой момент. Она не мгновенная. Потратить ты ее можешь. Двух героев, что ли? А, это... Да за что происходит, я не понимаю, ну что ж такое-то? Ну спуш, 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 блядь. Давай. Блядь, 1000 хп оставил. Да. Да. Может комп ультанет? Ну может. Может он ультанет твой нижний. Это он тоже может. Или верхний барак. Блин. Что хуйня, что хуйня. Ой. Ну я, скорее всего, через типа 30 секунд теряю верхний и нижний барак одновременно. И вообще, я всю ману в этой карте потратил, блядь, на ульты. Просто нет. О, это был не я. Макс нес компу, да. Да. Я счастлив, что это не я. Главное, башенки снова у меня целые. Башенки вообще заебись себя ощущают. Может, Джубейтес переагрит на башню? Ну, Джубейтес не сильно пиздит барак, по идее. Блять, проблема не в Джубейтесе, у тебя юниты осадные. Ну, тогда. Тут не поспоришь. А, блять, я тупанул! А что я сделал вообще? С окномов! Я хуйню сделал, блять! С окномов. Пиздец, а что-то я почему-то подумал, что он... Что я вообще сделал, блядь? Ты типа, разве ты героя под Джубейтеса отдал? Ну я вниз героя послал, но там чел, конечно, с ним разминулся. Блядь, а вы можно, ну, не барак будете мне пиздить? Ну, пожалуйста. Что сейчас происходит? Подпиздьте мне не барак, ну, пожалуйста, ну, хоть кто-то, блядь. Чел, Ярослав, ты меня что-то спрашиваешь? Иди нахуй, хорошо? Это абсолютно дружеское, блядь, предложение, без обид. Ну как, Витёк, потерял Бараксус?
Да иди нахуй, ты тоже. Бара как поживает? Как с бараком обстоят дела? Да иди нахуй, блядь. Вопрос барака не раскрыт. Нет. Блин, ты мне сейчас пушишь барак просто вообще ни за что, ни про что. Не слушаю. Это не за заслуженно. Что, ни за что. Нежить заслуженно. Барак. Да не барак заслуженно. Нежить. Ты не заслужил должен спушить быть барак нежити. Слушай, так, Ярослав, теперь я могу тебя послушать. Теперь могу тебя нахуй послать. Смотри, надо поговорить с хозяином дворца. Нет. Блядь, хозяина дворца нет. Ну, ее реально нет. Она непонятно где. Она, блядь. Хорошо, я получил задание поговорить с кем-то другим. Он мне поможет, в частности, с подвалом? Нет, не получаешь задание, чувак. Я не понимаю, это, по-моему, максимально... Ну ладно, возможно, для тебя не максимально, конечно, простая ситуация. Ну, как по мне? Я просто не понимаю, с кем мне говорить, если всех остальных я ёбнул. Ох, это проблема. Напомни, вне подземелья кто-то знает что-то про эту башню или нет? Куда ты пошел? Ну, пиздец. Что случилось? То меня Джубейт устрешил на тебя редиректнуться. Там тебя помнишь, что ли, пушит с другой стороны? А, там герой с гушом пришли. И тут тоже на меня решили. Ты не гуш, это инферналы. Я понимаю. Вопрос, какого хуя все инферналы? Я понимаю. Ну, короче, это максимально неадекватная хуйня была. Где максимально слово Макс или просто неадекватно? Где максимально Макс. Мишень, скушал тебя барак? Я очень грамотно послал героев, и надеюсь, это будет законспектировано ботом. Благодаря этому я не потерял барак. Угу. Но за следующий заход теряю. Да, Витёк, ты ж так говорил там вроде? Да. Ну, записывай. Сами. Блин, я просто теряю куски базы от Матаматы. Потому что она решила пойти пушить верхнюю часть базы, а не нижнюю, где я могу хоть что-то призвать из соседних бараков. Блядь, ну ты что, ну, у меня два героя идти. Они не должны были к тебе идти, этот Джубейтас, блядь, должен был защищать свой барак от двух героев. Ты не бил мейн, по-моему, ты даже не бил мой барак, я не понимаю, почему он решил к тебе пойти. Я тоже очень недоволен этим событием. Блять, Витёк, заебись, я с кем-то поговорил, а ты, блять... У меня, блять, Матамата пол... какое-то задание. Я не знаю, чел, сори, пока иди нахуй. Я вот даже не понимаю, кто такие диверганты или диверсанты, уже, блять, не понимаю. Жмых. Пока что похуй немножко на них. А, блин, я тупанул! Нет! Долбоёб, конечно. Ладно, ничего страшного. У меня, блядь, верхний барак теперь за это сносит, да? Я не туда тыкну, я думал, ты с нижнего призовёшь. Ну ты, конечно, блядь, тыкнул. Так ты предупредил бы меня. Не знаю, куда ты тыкаешь. Ты предупредил, я испугался, что он там появился и тыкнул. Верим. Вот тут, подписчики, блядь, видели испуг у меня на лице в этот момент. Да я не понимаю, вообще никакого редиректа нету, блядь, нигде просто. Тут пиздец, там пиздец, блять, барак пиздец. По-моему, тебе вообще все нормально. Да, заебись вообще. Заебись. Спасибо, Мишаня, что смотришь. Да я испугался, ну ты... Ну, Витёк! Что, блять? Ты предупредил, что ты не будешь на меня слать. Я не понимаю, блять, я должен не благодарить тебя за это, что ли? Ты бы предупредил, я реально испугался. А о чем предупреждать, что Витёк, дефаясь от двух волн пидорасов, призовёт не на меня, а да. Меня? Да. Понимаю.
Блять, ну Мишань, ну следующий пуш на тебя пойдет, если мой барак переживет. Тут уж, блять, извините, я. Забавно, что Джубейфикс опять пошел, блять, куда-то вниз. Да не важно. Мне барак по-моему переживет. Ну что, Мишань, юниты, блять, вот реально, они просто идут хуярить барак. Да иди нахуй. Не, вроде все успокоилось. Ну вот это все тебе, дружище, блять, ебаный. Это все special for you. Я что-то тупанул. Ну тупанул, малек, блять. Блин, у меня правый барак может не выдержать это. А, может не выдержать, значит. Жалость-то какая, Мишаня. Ну, может реально не выдержать этого. Ну, жалость-то какая. Ну, посражаешься с Гешаном двумя бараками. Троих, ничего страшного. Меня же ты двумя бараками рубить. Блин, еще на центр ксерокс. Ну да, как только ты спайкнул Гуша, я отправил ксерокса. Если тебе повезет, Витёк его немножко задержит. Нет, нет, да нет, ну блядь, да сука! Ну Витёк его задержит. Ну это пиздец, блядь. Почему тут хочет чувак восстать против, блядь, своих? Он охуел? Сейчас будем смотреть на жёсткий деф Мишани. От Фэт Хельга, 4-й левел. Верим в то, что в Мишане только 4-й левел. 5-й левел. И Магни 25-й левел. Но комбо задефался, я думаю, в такой ситуации. Тут комбо точно задефался. Этот Магни на центр, это, конечно, полная хуйня. Блять, не Магния, как его Бран зовут, ёбаный. Это он неудачно пошел, да. Там есть какая-то вероятность, что твой умерший четвертый барак хоть немного задержит мой третий? Потому что я в тебя пока не апал. Да забей, хуйкишь. Я просто немножко тильтанул с твоей хуйни, которую сделал Мишань. Я надеюсь, что ты ему убийца. Это было очень умное убийство под Хельги. Невероятно, блять. Да меня напугали, а, блять, все. И я обосрался, да. Ну не, ну понятно, что это была ошибка, но... Я просто не представляю, как... Ну то есть, это, блять, что ты смотришь на базу, блять. Я понимаю, что можно сделать. Макс такой сконцентрировался на том, что если Витёк выстрелит гуша, нужно его убить, потому что... Ну он смотрит, блять, гуша под моим нижним бараком, как, блять, ты можешь, сука... Ну там плюс-минус мейн по расстоянию. А хер его знает, вот какая-то хуйня. Ой, у меня ксерокс обосрался, все, вопрос снимается. Все равно он, блядь, пойдет просто отсосет хуй от максовской базы, потому что он решил бросить Юнит. Ко мне мука шанс в том, что мой следующий фэтфельд, блядь, не перегрется сейчас на Мишань. Перегрется на тебя. Это будет печально. Ну, что поделать. Офигеть, вы знали, что вот... Там, где живут вот эти вот грибочелы, там есть чувак, который хочет восстать против них и всех ёбнуть. Чего? Всех? Ну, по крайней мере, говоря. Грипэйр. У нас тут клуб любителей альтернативных ультимейтов. Но лучше такое, чем никакое в целом. Да переагрести, блядь, с барака на что-нибудь, сука, ну это... Ну какой же ты, блядь, барак ориентированный? Ладно, короче, я пошел хуярить Макса. Надеюсь, что они не пойдут просто на тебя. Блядь. Да, да, да. Ох, первый наконец. Мне же, конечно, пиздец. Мне же это полный пиздец просто. Блять, что это вообще за хуйня? Вообще, блять, похуй на то, что герои какие-то стоят. По-моему, вообще поебать, да? Ну, сейчас главное, чтобы он не на тебя все это пошло, Гошан, по идее, должно на шмышка. Так, ладно, Витёк, все, я заебался, скажи, с кем должен поговорить, чтоб я узнал? Сейчас, покажи.
Казань. Поднимался на верхний этаж? Ну, там этот робот ёбаный. Ну вот он знает. Я сказал, можно ли как-то... Ладно, ну его нахер. Формально ты прав. Ты чем это сделал? То есть можно ли убивать? То есть можно ли... Только что высосал всю ману у Макса. Не было там, я... У него денег, я... Ну он героев каких-нибудь убил, Гаша. Это же, блядь... Да деньги-то ладно, я про то, что, ну, типа, 200 маны... Да нет, он убил каких-нибудь героев, восстановил маны, восстановил 5 за 5 тысяч еще. Блядь, я из-за тебя страдал хуйней, блядь. Причем тут я, иди ты на... Ярослав, Ярослав прав, Витёк, это из-за тебя все. Мутина. Конечно, из-за меня. Я сказал, что что-то обосраться, как головоломка, до кого-то искать. Я тебя спросил... Просто я не говорил тебе, что это обосраться, какая головка, надо кого-то искать. Ты ты долбоёб, потому что ты предлагаешь какие-то варианты абсолютно хуёвые. Не, подожди. Ты из этого сделал вывод, что это обосраться, какая головоломка. Правильно? Не, подожди. Я тебя спросил, можно ли как-то попасть в подвал, не убивая босса. Но если я попаду наверх, мне придется его убить. Это неправда, блядь. Я не понимаю, что ты от меня хочешь. Нет, это неправда. Что мне, блядь, тебе еще сказать? Я то есть именно не обязательно ни в одном... драться? Нет. Я не напиздел ты ни в одном месте. Это неправда. Какой-то момент говорил, что с ним обязательно драться, да это значит, ты тогда напиздел. Когда я тебе это говорил, чувак? Ну не выдумывай, блядь. В прошлый раз, когда мы играли. Короче, ты меня наебал, пидор. Блять, в прошлый раз ты даже его не видел. Как ты мог про это говорить? Чел, что ты за сказка? Сказал, что там на самом верху босс находится, которого надо ёбнуть. Он не говорил, я не понимаю, где, блядь, противоречие в моей фразе. Еще раз, вот найти, блядь, противоречие в том, что я тебе сказал. Меня заебал уже, чел. Вот давай, блядь. Или на коленях извиняюсь. Вот выбирай, блядь. Если находишь противоречие, я извинюсь на коленях. На коленях? Если находишь, извиняешься на коленях. Хорошо, ты сказал, что наверху босс, которого надо ёбнуть. Получается, его не обязательно надо ёбнуть. Блядь. На колени, Витёк, что, всё. Что мне на это сказать? Его надо ёбнуть, да? Его надо ёбнуть. Кому надо, блядь? Не надо его ёбнуть. Тебе надо его ёбнуть, чтобы опыт получить. Ещё очки вопросы. Что? Я не ёбаю людей ради опыта, получается, не я надо. Рассказывай, блядь, чем? Блядь, какой же ты пиздючий, блядь. Их вырезали по дороге, насколько я помню. Какой же он пиздючий, просто ебать. Ну вот есть один чел, который любит фактами манипулировать под ситуацию, есть я второй чел. Я вообще не манипулирую, это просто тебе так кажется. Сукин, а другого зовут, блин, Ярослав Журбаев. Вот два пидораса собрались. Сука, один факт подставляет под нужную ситуацию, другой подставляет. А что я должен, просто факты существуют и все, и никогда их нельзя котлет, сообщать котлет никому? Котлет или мясо предлагается? Кишан, тебе право барахтать третий. Да. Это так и предполагалось. Да. Ну ладно, мешает успеть денег сильно больше, чем у тебя, да? В моем понимании, босса надо ёбнуть, если ты, грубо говоря... Я не понимаю. То, что твое понимание отличается от моего, это не означает, что я тебя обманул. О, Витёк начал свои манипуляции сразу. Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства предъявить. Я не говорил такого. Я даже не уверен, я говорил, что его надо ёбнуть, я, скорее всего, просто... Блять, ты вообще просто... На стриме все было слышно. Я разговариваю с людьми, я чуть с Павой не ёбнула за тебя. Ну, я тебе, блять, все сказал. Я тебе сказал, что то, что ты делаешь, хуйня. Обходцы какие-то будут еще, я не понимаю. Короче, Витька надо меньше слушать, запомните все. Да я вообще ведь... Не, у меня ведь Витёк на минимальной громкости всегда. Правильно. Но еще меньше заслушать Максима. Ох, ну... Тоже, в принципе, верно. Сейчас Ярослава забанят в громкости. Мешать барак. Ну-ка, я не сохранил. А что я с ним сделаю-то? Да, барак чувствует себя плохо.
потому что филорки имба, наверное. Ну я никогда обратного и не говорил, вроде. Тебе хватит денег на еще одного буша сразу? У меня? Да. У меня. В принципе, да. Ну, тебе очевидно, просто надо сразу буша посылать по какой-нибудь другой любой линии. Наверное, по центру лучше всего. Ну, может, не сразу, но довольно оперативно. Там автомата ебаная мне все заруинила. Ну, это еще все-таки. Ну да. Просто у него сейчас два героя будут идти налево, один герой направо, а нет, два. У него просто вообще нечего гуша по центру дефать. Вести. Да, ну пока у меня гуш все еще хорошо себя чувствует на его базе. Ну, кстати, это поразительно, что я себя реально хорошо чувствую. Но это правда грустно, потому что я могу потерять барак. Да ты не потеряешь барак, просто гашан сразу. Ну я думаю, что тебя сразу надо посылать. Просто если тебе есть чем задефать лево и право, ну... Скорее право, потому что лево потом как-нибудь разберешься. Просто он чисто сейчас юниты будет дефать до уша. Пиздец, просто пиздец. А ты зачем Ярославу набрал? Я не понимаю, почему я на гномах не чувствовал себя, блядь, настолько ущемленных, как на дворфах ебучих. Хотя я там тоже был сосед с нежитью, блядь, и с человеком. Я вообще не понимаю, что творчество меня максимально разочаровали в этой карте. Но если я буду ничего делать, то я ничего и не сделаю. Да, походу, я ничего не сделаю. То есть я не должен ничего сделать. Это же, блядь, Вашин понял. О, нихуя он умный. Капец, он умный. Умом. Так, Гашан, право брак. Ну это жестоко, конечно. Ну справедливо. Да несправедливо, типа, нежить. За что это все получил? Ну ты совершил очевидную ошибку в этой карте. Да я испугался твоего гуша. Это вообще нифига не очевидная ошибка. Я все еще не могу представить, как можно, блядь. Ну испугался я. Я увидел, что буш появился, я его смайтнул. Я прям почему-то вообще должен бояться гуша, которого я призываю в своем баране. Что, блядь, страшного в гуше, который я посылаю в дев. Я слишком сильно приготовился его смайтать. Похоже на правду. Подожди. Если я поднялся на самый верхний этаж, почему-то можно было нажать просто подвал, и я спустился в подвал. Вжух! Головоломка решена! Жесткая головоломка, наверное, Шедухарт надо было поговорить, Ярослав. Я думаю, что поговорил с Шедухарт, поэтому это произошло. Да просто видите, не забывайте, что там какая-то при жесткой головоломке, блядь, не знаю. Это просто реально хуйня. Что не головоломка, что то хуйня. Если что, я могу тебе рассказать, в чем там жесткий головоломка стоит. Ты просто скажи, с чем она связана, чтобы я был готов. Ну, ты уже дошел до верхнего этажа или нет? Ну, подожди, там есть что-то выше робота? Нет. Да, дошел. Ну, ты пробовал говорить с роботом, или ты просто нападал на него? Я говорю, он еще пока живой. Ну ты говорил с ним? Да. А он еще пока живой? Ему можно ну, просто, если что, от того, как ты с ним поговоришь, от вариантов диалога, которые ты с ним используешь, он может сделать некоторые действия. В частности, он может тебе дать колечко, которое активирует проход к порталу. Ой, а может дать колечко, которое активирует проход задний. Ну вот. Но он тебе его дал, потому что почитал какие-то книжки, у тебя появился вариант диалога, чтобы это сделать. Если ты не почитал книжки, у тебя бы не было этого варианта диалога. Да Витёк наврал просто. И подожди, а в чем? Подожди, и все? Что ты ещё от меня хочешь? Чё слышишь, что ты пидорас? Ты пидорас.
Доволен? Красава, Кашан. Так, мы надо. Подожди, а кроме колечка он больше ничего не дает, да? Ну, он дает тебе заклинание, которое тебе может пригодиться во втором акте на самом деле. Блять, я что-то... Я что-то ему сказал, и он меня ёбнул. Ну не головоломка, а хуйня получается. А из чего мне ману сосать теперь? Подожди, то есть если ему сказать что-то из другой планеты, то из Сильваны. Или Килтузада. А я не могу это сказать. Три варианта диалога. Один вариант дает тебе большое зелье исцеления, другой вариант тебя обнимает, третий вариант тебя дает колечко, которое показывает проход к подвалу, четвертый вариант тебя нападает. Подожди, а у меня всего три варианта. Получается, что ты не прочитал? Значит, что-то еще не прочитал. Там есть вариант, с которого он дает тебе лечебное зелье. Большое. Забавно кажется, что у меня Ксерокс прокачался сильнее, чем все остальные герои. Ну это классика, так обычно всегда работает, потому что ты отправляешь его реально в огромное мясо, и он его превозмогает. А остальные герои обычно... Короче, ты не отправляешь прям в супер мясо остальных героев. Возможно, да. Плюс у меня есть ощущение, что у Гушей все-таки опыт подкручен, потому что, ну, они же появляются поздно, так или иначе. Ну, тоже может быть, да. Звонок, кстати, что у меня по стата по героям даже не позорная. То есть я вот по стате чисто... Ну, кроме того, что да, денег... Но ты говоришь, подожди, ты говоришь забавно, на самом деле, по-моему, вообще похеру. У меня денег на 20-30 минуте... Подожди, ты можешь спросить через пересид? Это полезное то, что ты говоришь кому-нибудь? Да. У тебя просто сгорела жопа. Поздравляю. Ты молодец. Не, серьезно, давай ты будешь, прежде чем говорить, думать, это вообще релевантная информация или нет? В этой гадке, Мишаня, ты меня порад. Артист, я доволен, что я смог выиграть на локах, блядь. Я доволен, что эта гадка была без лагов, и я доволен, что Мишаня отсосал. Вот это я прям меня радует. Еще я опять доволен своим решением взять мононосос, потому что в итоге в конце, вместо того, чтобы Макс сидел с фулл маной, а я страдал, я сидел с фулл маной, а Макс... Не, против нежити, это, мне кажется, вообще обязательный пик. Да, я еще довольно рано это сделал, так что я считаю, что я красава. Это в чат. Вы я посмотрите здесь... прикол, у меня реально, блядь, пишут ГПМ 20-30 больше, чем ГПМ, блядь, 40. Вообще, что за хуйня? Ну, а зато у тебя билдинг рейс два раза меньше, чем у панды. Но у меня хотя бы не левой. Возможно, тебя пиздили в этот момент активно. Меня в любой момент активно пиздили, будем честны. Как бы тяжело указать момент, в который меня активно пиздили. Не, ну смотри, просто то, что я тебя активно пиздил, не давало тебе денег, потому что у меня просто были ебучие юниты, но их было мало. У меня барак был обычно ниже на уровень, чем твой. Ну может там, блять, пришли три героя панды по центру, но это всего 1200 голды. Да, вот это похоже. Но это не так много, ну типа за 10 минут 1200 голды растяни, это типа, ну ладно, это плюс 120 получается. Ну, да? Ну это довольно ощутимая история. Может и ощутимо, да, то есть там у того же Мишани ебаного, например, 1876. Да, добавлю, насколько больше у Макса денег даже в самом конце. Не, на самом деле понятно почему. Потому что Мишаня, мне кажется, в любой момент времени подвергался толпе юнитов с меня. Толпе юнитов с центра и, возможно, толпе юнитов с компа, пока комп не отлетел. Не было толпы юнитов с центра, она очень редко к Максу проходила. Ну, Мишаня сам толпу юнитов на центр отправлял, это не важно. Мишаня центром занимался. У меня просто вообще не было возможности в этой карте заниматься центром. То есть я просто... Забавно, что мы с тобой сидели на одинаковых деньгах, но при этом у меня вообще, то есть я просто, блядь, над каждой копеечкой... Я просто, блядь, над каждой этой ёбаной КПчкой сидел, блядь, и пыхтел. Для всех героев КД отправлял, типа, во все стороны. У нас одинаковые деньги были к концу 30-й минуты. Только у меня они были равномерно распределены по 10-20, 20-30. А у тебя были очень нищие 10-20. Так, подожди, ну, возможно, в этом была какая-то проблема. Не знаю, что это связано. А нахуя мне надо было в подвал идти?
Там всего есть. Там есть какая-то хороший посох, там есть, блядь, какие-то наверняка рецепты чего-нибудь. О, но голова у меня разболелась от вариха, конечно. От того, что ты просто горизонтально сидел, вертикально. Вертикально, да. Бля, организм требует пива. Но мы не поддадимся на провокации.